Дорогие друзья, мы сели кушать. Мариночка кушает. Ванечка, Маш, уже весь пол сырой. Хватит уже мыть. Мама. Они от этой новой швабры не отстают. Маме, почти все. Ванечка, ешь. Рядом со мной здесь еще Оксана сидит, кушает. Оксана, скажи всем привет. Так ее не видно. Меня эти мультики просто добивают. Сначала кушаем, потом мультики. Так потом не будет. Папа кушает. Да, еще Оксанка кушает. Папа съел. Вкусно? Потом не будет мультиков. Егорка съел, да, Егорка уже поел. А Маша тут на карачках полы моет. Маша, заняться нечем. Маш, сядь, порисуй картины. Я все. Что на ужин приготовить? Есть. Есть. Не, понятно. Там есть горбуша. Может, горбушу нарезать, пожарить? Мама, дай мне еще. Я курицу не доставала размораживать. Дай мне еще так свинину. Все, уже закончилась свинина. Последнюю доели. Иди, свинину. Все, Марина поела. Ваня, двигайся сюда поближе. Такие вот у нас поедания идут. Мукбанг. Кому нравится, оставайтесь. Дорогие друзья, Катя, ты что такое делаешь? Иди рассказывай. Есть. Катя тут что-то... Она что? Блинчики хочешь делать? Света тут делала уже... что ты туда ложила? Расскажи. Яйца. Подожди, не шуми пока, расскажи. Яйца. Муку. Воду. Какао. Сахар, соль. А масло не наливала? Налей немножко масла, иначе оно у тебя пригорать будет. Они пытаются тут сами себе блинчики делать. Наливай туда где-то ложки 2 столовых. Зачем измерять? Вот стрикать на глаз. Все это нормально. Она хочет блинчики, да, пожарить? Они вот так вот жарят, потом... Съедают, захотят, опять пожарят. Но они такие мини-панкейки как бы делают. Покажешь потом, что получится? Все, ждем, что Катя покажет, что у нее получится. Пусть что-то делают. Они учатся. Что сегодня с детьми произошло? Решили в шкафах прибраться, да, Маша? Она вот свои вещи сюда все высыпала. И решила перебрать их все. Видите, какой бардак на койке. Ну ничего, сейчас она все уберет и будет хорошо. Ну не так, Вань, встань. Встань. Вот так вот ножку. Я съел все, что приготовила бабушка. И будет тепло и хорошо. А вот еще, да, наверное, ему одни на зиму взять. Ну, да. Потому что пока одни сохнут, другие будут это. А маленькие только яйца будут. Да. Все, так, это Марину надо достать тоже уже, пускай носит. Коробку тяна, Света, под маникюрные? Нет. Да? Нет. Так, все, Ваня собирается на улицу гулять. Вот я сделала блины. Вот такие они получились. Они сладкие и вкусные. Всем пока. Суббота. В 7 вечера. Золотая осень. Золотые листья. Берегите сами. Берегите маски. Надевайте, пожалуйста, маски. Нет, пока не раздумывай. Ножку поднимай, Ваня. Находящийся на длительном лечении в больнице, оторван от родителей. Брялся. Как ему может помочь стакан кофе? Да. Этой осенью, Света, напускай, пожалуйста, его на ботиночки. Которые вы покупаете в штанишки давай сырые снимем. Давай ножку. Ножку давай. Ваня. Все, шагай, кофту сам снимай. Штаны в стирку. Марина, давай помогу. Марина, давай помогу. Иди туда, раздевайся.
туда поставь. Давай, все, шагайте. У нас время полседьмого. Смотрите, как темно на улице. Мы пошли в магазин, сходили за хлебом, за молоком. Потом салфетки бумажные купили, со Светой сходили. Муж уже отправлял, а он ни в какую не хочет идти. Тебе говорит, ну, а ты иди. Вот и весь ответ. Света даже не удивляется, да, Света уже? Да во всем и есть папа. Тебе надо, ты иди. Вот и весь разговор. На снега. Света погуляла с ребятками сегодня на улице. Мы как раз дома успели проветрить все. Хорошо, когда старший мог погулять, а ты пока проветриваешь, и окна вытерли. Одно осталось только в зале вытереть окно. Так что вот такие вот дела. Ладно, идем домой. Мы со Светой пришли с магазина. Света говорит, у меня зимой всегда красный нос. А я говорю, что не у всех так? Она говорит, нет. Короче, взяли салфетки белые, у нас закончились просто дома. Я люблю чисто белые, я редко беру цветные, белые удобнее. Дальше что взяли? 3 литра молока. Колбаски. Ясногорка Киевская. Я знаю, что вы мне писали, что Ясногорка не очень хорошая фирма. Ну вот, это по бюджету вроде нормально. Дальше 2 булки белого взяли. И печеньки взяли какие-то вот такие вот. С какими там конфетками, с M&M'сами. Ну, с какими-то там конфетками, дрожжевками цветными. Вот. Все покупки наши. Сейчас поставим чайник, вскипятим чайник. Попьем чай. Что делаете, девочки? Оксана, ты читала? Бегом книжку взяла и читать. Я тебе сегодня уже который раз это повторяю. А у кого-то это молоком хлеб. Ну? А это что? Печеньки с колбаской. Ты не хочешь, так я тебе не дам. Не хочет. Видите-ка, я злая мама, не даю ребенку колбаску с печеньками. Да, конечно, я сейчас все возьму. Вот так вот, знаете, я тут смотрю одну женщину в Ютубе и в ТикТоке, по-моему, она есть. Да. Она прям берет батон колбасы и за раз съедает. Садится и ест. Но женщина приятная такая, у нее тоже много деток, ну вот она этим зарабатывает. Я думаю, может мне тоже так сделать и тоже этим зарабатывать. Многие удивляются, зачем я подписалась в ТикТок, начали вот видео с детьми немножко монтировать и учимся снимать, короче, так. Мне сказала одна моя подписчица, что в ТикТоке тоже она зарабатывает. И в ТикТоке можно зарабатывать. Поэтому проходите на мой ТикТок, подписывайтесь туда, на мой Инстаграм тоже проходите, тоже подписывайтесь, будем пробовать зарабатывать хоть как-то. Ладно, дорогие друзья. А, да, сегодня комментарии. Ну, вот прям все пишут. Настя, у тебя сегодня 7 тысяч подписчиков. Поздравляю. Маша. Господи. У меня ноги вот так трясутся. Чтобы Маша это не уронила, да такой жизнь в жизни не может быть. Я перепугалась. Короче, ребят, я вам вставлю вот сюда вот где-нибудь скрин. Что у меня нет еще 7 тысяч подписчиков. Я не знаю, почему у других уже видно, но у меня 6997. Вот здесь вот скрин. Вы видите. Поэтому пока еще не поздравляю никого у нас вместе с вами с 7 тысячами. Как они будут, мы поздравим. Да, Катя? Ладно, дорогие друзья, вот такой вот у нас сегодня был безбашенный день. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, на наш ТикТок, да, хотя мы там монтируем, мы там учимся, мы там снимаем. Надеемся, что когда-нибудь тоже на этом ТикТоке мы сможем зарабатывать. Поэтому ссылочку на ТикТок. Катя, мы сможем ссылочку на ТикТок оставить? Ты умеешь? Да, Катя сказала, сможет, и поэтому мы ссылочку на ТикТок оставим в описании. Проходите, подписывайтесь. Всем говорим пока-пока.
Катя. Давай обратно. Стой. Смотрите, как они веселятся. Время вечер, скоро спать. А Ваня со Светой с ума сходит, катаются. Ваня, ты решил полы протереть? Мало ты сегодня помыл, решил протереть еще своей попой? Ой, господи. Вот такое вот у нас веселье на ночь глядя. Сейчас набесится, а потом будет хорошо крепко спать, да, Света? Он сегодня, тем более, днем мы ему не дали спать, чтобы ночью лучше спал.